А сейчас разрешите рассказать вам о том, какие коллективы вошли в состав большого хора. Хоровой коллектив детской музыкальной школы номер 3, руководитель Елена Тетерядченко. Хоровой коллектив Лира детской школы искусств номер 5, руководитель Люция Усманова. Коллектив «Небесные ласточки» детской музыкальной школы номер 7, руководитель Любовь Полищук. А вы, уважаемые иркутяне, хлопайте нашим коллективам, они выступают специально для вас. Мы продолжаем. Хоровой коллектив «Мелодия» детской школы искусств номер 9, руководитель Вера Щукина. Хоровой коллектив «Гармония» Иркутской областной детской школы искусств, руководитель Ольга Бондарева. Вокальный ансамбль Иркутского областного музыкального колледжа имени Шопена, руководитель Надежда Аникина. Академический хор молодежи и студентов ИГУ, руководитель Татьяна Ромащенко. Коллектив «Аксиос» Педагогического института ИГУ, руководитель Любовь Полищук. Хоровой коллектив «Метриза» Педагогического института Государственного университета, руководитель Любовь Полищук. Молодежный хор «Гаудеамус» Юридического института Иркутского государственного университета, руководитель Оксана Букреева. Ансамбль «Бойфренд» Иркутский национальный исследовательский технический университет, руководитель Галина Геленова. Хоровой коллектив «Ангара» Дворца детского и юношеского творчества, руководитель Валентина Шульга. А сейчас мы расскажем вам о том, какие песни исполнит для вас большой хор. И для начала прозвучит песня Александры Пахмутовой и Михаила Львова «Горячий снег». Анатолий Новиков, Лев Ашанин, «Дороги». Oh.
музыка Листова, слова Рублева. Севастопольский вальс. Булат Акуджава, нам нужна одна победа. Наша Родина!
Матвей Блантер, Максим Исаковский, «Катюша». Даниил Покрас, Цезарь Солодарь, «Казаки в Берлине». По берлинской мостовой кони шли на водопой, шли, потряхивая гривой кони датчики. Распевает верховой: «Эй, ребята, не впервой нам поить коней казачьих из чужой реки». С флажком и с косою под пилоткой на углу стоит. Выпрямилась, как лоза, бирюзой горят глаза, не задерживай движение, казаку кричит: «Казаки! Держаться бы он рад, но поймав суровый взгляд: «Ну, ребята, марш со мной!» — крикнула скаку. Лихо конница прошла, а девчина расцвела. Нежный взгляд не по устам ударит казаку. Казаки,
наши казаки. Спасибо, с праздником всех. Солист, артист театра народной драмы, заслуженный артист Российской Федерации Вадим Дейнеко. Михаил Матусовский. Летите, голуби. Дорогие зрители, мы продолжаем искать потерявшихся детей. Усен Алыкулов, тебя ищет мама. Подойди, пожалуйста, к сцене. Усен Алыкулов. А программу выступления большого хора продолжает песня Николая Островского и Льва Ашанина «Пусть всегда будет солнце». Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо,
Александра Пахмутова, Михаил Львов. Поклонимся великим тем годам. Не забывай землю.
Давид Тухманов, Владимир Харитонов. День Победы! Еще раз поблагодарим большой сводный хор с участием детских и молодежных коллективов города Иркутска и Иркутской области. Ваши аплодисменты! Встречайте ансамбль «Бойфренд». Thank you.
Для вас выступал ансамбль «Boyfriend». И еще выступает. Давайте поддержим их аплодисментами. Ансамбль «Boyfriend» – Иркутский национальный исследовательский технический университет. Руководитель – Галина Геленова. Встречайте аплодисментами танцевальный коллектив «Реверанс».
Ансамбль танца «Реверанс» Иркутского государственного университета. Руководитель Юлия Кашевская. Ну давайте еще раз им поаплодируем. Ансамбль танца «Реверанс». Добрый день, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Здравствуйте, иркутяне и гости города Иркутска! Мы продолжаем программу, посвященную 70-летию Великой Победы. Давайте этому поаплодируем! Мы рады приветствовать вас здесь сегодня, в этот солнечный праздничный день. Сейчас мы расскажем вам о том, что же ждет вас дальше. Уже буквально через несколько минут здесь состоится концерт, подготовленный специально для вас Иркутским театром народной драмы. Здесь же в 3 часа дня на экранах, расположенных по краям сцены, вы увидите трансляцию Парада Победы в городе Москва. В 16:30 начнется программа «Салют Победы». Ее подготовил для вас Иркутский театр народной драмы, и в ней примут участие также другие замечательные творческие коллективы. В 18 часов вам будет представлена программа студентов Иркутского театрального училища. В 18:40 для вас выступят учащиеся Иркутского областного колледжа культуры. В 19:30 вас поздравят лучшие коллективы города Иркутска. Особенный пункт нашей программы 20:30 – это концерт в исполнении Иркутского театра народной драмы. Артисты театра написали новый альбом специально к 9 мая, и сегодня они проведут презентацию этих песен для вас. Дорогие друзья, мы также напоминаем, что сегодня можете совершенно бесплатно посетить музей истории города Иркутска. Именно там сегодня проходит акция «День открытых дверей». И вашему вниманию будут представлены тематические выставки. Кроме того, 70-летие Великой Победы отмечается очень широко сегодня в Иркутске. Работают и другие площадки. Так, например, в 3 часа дня на площади у памятника Александру Третьему состоится танцевальный вечер для старшего, да и, конечно, не только для старшего поколения иркутян. Воскресный бульвар приглашает друзей. Для вас песни военных лет сыграет городской оркестр. Конечно, можно будет потанцевать. Также через несколько минут, буквально совсем недалеко, на площади у Дворца спорта «Труд» также вас поздравляют коллективы города Иркутска, а также губернаторский симфонический оркестр и камерный хор областной филармонии. А я хочу рассказать вам об одном интересном событии, которое состоится сегодня в 14:30 на сцене возле памятника Александру Третьему. Там будут чествовать семьи победителей, 5 пар, которые поженились в годы Великой Отечественной войны, и в этом году они отмечают 70 лет совместной жизни. Мне кажется, это достойно аплодисментов. 70 лет вместе! Я даже не знаю, как называется эта свадьба. Коронная свадьба. Я расскажу вам имена этих замечательных людей. Это Николай Степанович и Надежда Степановна Бараховы. Это Николай Антонович и Неля Николаевна Ватиковы. Это Иван Семенович и Полина Николаевна Карповы. Это Петр Федосеевич и Роза Михайловна Полонские. Наши молодые, хотел сказать, но действительно молодые, потому что, несмотря на то, что они уже 70 лет вместе, они молоды душой, я знаю, о чем я говорю, я общался с ними, они по-прежнему любят жизнь, по-прежнему радуются ей, и им будет очень приятно, если вы придете и в 14:30 у памятника Александру Третьему посмотрите, как и будут чествовать. Также их там поздравит мэр города Иркутска Дмитрий Викторович Берников и председатель Думы города Иркутска Ирина Всеволодовна Ежова. Дорогие друзья, и мы еще раз напоминаем, что финальной точкой Дня Победы станет праздничный фейерверк. Он состоится в 22:00. Посмотреть его можно будет прямо здесь, потому что в этом году праздничный фейерверк в честь 70-летия Победы будут запускать с Нижней набережной в районе Вечного огня. Там специально
встанут три баржи, и сразу с трех барж в небо Иркутска будет запущено более 2000 выстрелов. Все это специально для вас в честь 70-летия Победы. Ну а сейчас я предлагаю поаплодировать друг другу очень громко и очень дружно, поаплодировать в знак того, что мы сегодня собрались здесь, чтобы чествовать наших ветеранов. Ну а сейчас для вас вновь выступит замечательный танцевальный ансамбль, представляющий Иркутский государственный университет. И называется он «Реверанс». Встречайте!
танцевальный коллектив «Реверанс», Иркутский государственный университет. Еще раз ваши аплодисменты. А мы продолжаем, и сейчас хотим рассказать вам вот о чем. Дело в том, что в этом году в городе Иркутске отмечается не только 70-летие Великой Победы, но и еще один замечательный юбилей. Дело в том, что ровно 40 лет назад в нашем городе появился мемориал «Вечный огонь». Давайте поаплодируем этому знаменательному событию. И теперь каждый иркутянин в любое время года, в любое время дня и ночи может прийти на «Вечный огонь» и постоять в тишине, отдать дань памяти тем, кто не вернулся с самой кровопролитной войны 20 века. Кроме того, на «Вечном огне», который расположен совсем рядом, вы можете увидеть стенды. Стенды подготовлены в рамках акции «Помни меня». Ну и кроме... Также мы расскажем о том, что Музей истории города Иркутска, который расположен на улице Франко-Минецкого, 16А, проводит сегодня замечательную акцию. Вы можете абсолютно бесплатно посетить три выставки, посвященные Великой Отечественной войне. Эти выставки расскажут об иркутянах, которые защищали независимость нашего государства на полях великих сражений. А поверьте мне, таких было немало. Из Иркутской области на фронт ушли, только вдумайтесь в эту цифру, 200 тысяч человек. Из них было 19 тысяч иркутян. И самое страшное, что половина из этих 200 тысяч не вернулась с полей сражений. И это несмотря на то, что наш город располагался в глубоком тылу. Поэтому обязательно приходите в Музей истории города Иркутска, там действительно интересные выставки, которые сегодня можно посетить бесплатно. Ну а прямо сейчас, если вдруг вы любите конкурсы и игры, игры с приятными подарками, вы можете пойти на сцену, которая расположена рядышком по адресу Ленина 14Б, вот под календарем событий Иркутска, там проходит конкурсная программа. Ну а сейчас, наконец-то, для вас выступит Иркутский театр народной драмы. Художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Георгиевич Корнев с программой «За нашу Родину». Встречайте! Здравия желаем, уважаемые иркутяне, дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Гости нашего города, сердечно поздравляю вас от имени Театра народной драмы с днем великой для всех нас победы! Ура! Мы начинаем наш концерт с песни, которая сегодня звучит так же, как она звучала в послевоенное время. Песня, которая звучит в сердце каждого человека, любящего свою родину, свое отечество. «Летят перелетные птицы». Летят перелетные птицы в осенней дали голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой, а я остаюсь с тобою, родная навеки страна. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Немало я стран перевидел, шагая с винтовкой в руке. Мне было роже печали, чем быть от тебя вдалеке. Немало я дум передумал с друзьями в далеком краю. Замерзал я на льду, но если ты скажешь мне снова, я снова с тобой.
пройду. Надежды свои и желания связал я навеки с тобой, с твоею суровой и ясной, с твоею завидной судьбой, с твоею суровой и ясной, с твоею завидной судьбой. Летят перелетные птицы, ушедшие лето искать. Летят они в жаркие страны, а я не хочу улетать. А я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна. Солнце чужое, чужая земля не нужна. Дорогие наши ветераны, уважаемые воины, сибиряки, вы в годину Великой Отечественной войны являли собой особый род воинство, которое пришло из Сибири, из глубинки, от Байкала, от тайги, и принесло новый победоносный дух. И там, под Москвой, наши деды и отцы, придя, здорово дали по зубам немецкому фашисту так, что началось победоносное шествие нашей армии, которое, как все вы знаете, закончилось водружением победного знамени над поверженным Рейхстагом. Для вас, наши ветераны, звучит марш сибирских стрелков. Из тайги, тайги дремучей, от Амура, от реки, молчаливой грозной тучей, в бой идут сибиряки. Молчаливой грозной тучей в бой идут сибиряки. Их сурово воспитала молчаливая тайга. Бурь грозные Байкала и сибирские снега. Бурь грозные Байкала и сибирские снега. Ни усталости, ни страха, бьются ночи, бьются день. Только серая папаха лихо сбита на бекрень. Только серая папаха лихо сбита на бекрень. Сибирь, Сибирь, родная, за тебя мы постоим. Волнам Рейна и Дуная твой поклон передадим. Волнам Рейна и Дуная твой поклон передадим. Знай, Сибирь, лихие годы славной старины, честь великого народа отстоят твои сыны. Честь великого народа отстоят твои сыны. Русь свободная воскреснет нашей верою. Услышат эту песню стены древнего Кремля. И услышат эту песню стены древнего Кремля. И услышали эту песню стены древнего Кремля, когда были брошены поверженные знамена и штандарты фашистской армии к стенам нашего священного Кремля. А это сделали в
том числе и наши с вами земляки, воины-сибиряки. Ну что ж, друзья мои, любой праздник — это праздник, где надо радоваться и петь. Давайте и мы с вами сегодня споем песню, которую наверняка знаете вы. Потому что эту песню знают в любых концах земного шара. Кто мне скажет, как называется эта песня? Катюша, конечно! Ну что ж, набрали воздуху, улыбнулись и поем. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила, расстегнула сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Спасибо, братцы, за то, что знаете и поете эту песню. Ну, у вас есть возможность еще много чего спеть сегодня, а мы поем дальше. Еще одна прекрасная песня, которая прославляет подвиг наших с вами земляков, сибиряков, ветеранов Великой Отечественной войны. «По сибирским равнинам». Сибирским равнинам по холмам и долинам словно волны блистают штыки. От золов и башен собирались наши на войну боевые полки. От золов и башен собирались наши на войну боевые полки. За семью дорогую, за отчизну родную, жив сын и отец воевал. Чтоб фашистского гада проучить, так как надо, чтобы с нашей земли их прогнать. Чтоб фашистского гада проучить, так как надо, чтобы с нашей земли их прогнать. Давали всем, кто нас провожали, клятву нашей великой стране, что врагов кровожадных разгромим беспощадно и покажем себя на войне. Что врагов кровожадных разгромим беспощадно и покажем себя на войне. Под Смоленском мы били, под Москвою громили, истребляли коварных врагов. Там фашистские гады в час кровавой расплаты положили немало голов. Там фашистские гады в час кровавой расплаты положили немало голов. Людей крепче стали мы в боях, воспитали имена, их узнала страна. У героев сибирских на груди богатырской загорелись огнем ордена. У героев
загорели огнем ордена. Огромное количество песен было написано за годы Великой Отечественной войны. И в послевоенное время тоже много песен было написано. И все они прекрасны, потому что исполнены любви к своему Отечеству. Но есть такие, которые называются балладами. Песни о конкретной воинской судьбе, об истории жизни какого-то воина, человека. Вот одну из таких баллад мы хотим сегодня исполнить. Это очень популярная песня. Называется она «Баллада о танкисте» или, по словам песни, «Моторы пламенем объяты». Пощады враг не дремлет, огонь пощады не дает, и взрывом сорванную башню на сотню метров отнесет, и взрывом сорванную башню на сотню метров отнесет. Прощай, Маруся дорогая, прощай, КВ, братишка наш, четыре трупа возле танка пополнят траурный пейзаж. Извлекут из-под обломков, поднимут на руки каркас, и залпы башенных орудий последний путь проводят нас. И залпы башенных орудий последний путь проводят. И полетят тут телеграммы родных и близких известий, что сын ваш больше не вернется и не приедет погостить, что сын ваш больше не вернется. И не приедет погостить. Навзрыд заплачет мать-старушка, рукой слезу смахнет отец. И, дорогая, не узнает, какого танкиста был конец. Карточка пылится на полке позабытых книг. Пламенем объяты и пожар.
Спасибо огромное. А сколько было на фронте сочинено песен про любовь? А сколько пар, которые знакомились, но так и не сошлись, любя друг друга на расстоянии, погибая, не встречаясь, поезда развозили в разные стороны, но песни эти для нас с вами остались. Мы с удовольствием поем одну из них, называется она «Поезд уходит далеко». Поезд уходит далеко, ты мне помашешь рукой. Много я девушек встретил, только не встретил такой. Много я девушек встретил, только не встретил такой. Помню тебя перед боем, в дымке разрывов гранат. Платье твое голубое, голос, улыбочку, взгляд. Платье твое голубое, голос, улыбочку, взгляд. Много улыбок на свете, ой, много чарующих глаз. Только такие, как эти, в жизни встречаются раз. Только такие, как эти, в жизни встречаются раз. Поезд уходит далеко, скажем друг другу прощай. Если не встретимся, вспомни, если приеду, встречай. Если не встретимся, вспомни, если приеду, встречай. Мы очень надеемся, что они встретились. Ну что ж, друзья, наш праздник продолжается, и мы продолжаем с вами петь. Я хочу вам предложить спеть песню, очень душевную, очень красивую, морскую песню, если здесь среди вас есть адмиралы, матросы и люди, связанные с морем душою, духом и сердцем, то они должны громче всех петь. Песня душевная, и называется она «Споемте, друзья». Споемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет седой боевой капитан. Прощай, любимый город, завтра в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. А вечер опять хороший такой, что без
не петь нам нельзя. Настоящий у вас праздник, и у нас тоже. Дорогие друзья, ну, война – дело страшное, конечно, и жестокое. И многим женщинам нашей русской земли приходится тоже вместе с мужчинами рядом выполнять сложные боевые задачи. И огромное количество санинструкторов на своих плечах вытаскивающие здоровенные мужские тела возвращали их к жизни, возвращали их в строй. Низкий поклон всем женщинам войны. И мы хотим, чтобы сегодня прозвучала старинная русская песня как раз вот о тех русских женщинах, о милосердных сестрах, которые являются собой добродетель, жертвенность и любовь. Эта песня называется «Милосердная сестра». Неизвестная чужая из походного шатра, всем близка и всем родная, милосердная сестра. Всем близка и всем родная, милосердная сестра. Там вдали в горах карпатских, меж высоких узких скал, пробирался ночкой темной санитарный наш отряд. Пробирался ночкой темной санитарный наш отряд. Впереди была повозка, на повозке красный крест. Из повозки слышны стоны, Боже, скоро ли конец? Из повозки слышны стоны, Боже, скоро ли конец?
Погодите, потерпите, отвечала им сестра, а сама едва живая, вся измучена, больна. А сама едва живая, вся измучена, больна. Скоро мы на пункт приедем, накормлю и напою, перевязку все поправлю и всем писем напишу. Перевязку все поправлю и всем писем напишу. Вот сидит сестра и пишет, а на сердце тяжело. Муж ее давно убитый, сердце кровью облито. Муж ее давно убитый, сердце кровью облито. Вот сестра встает молиться за усопшего раба, на колени становится, а из глаз бежит слеза. На колени становится, а из глаз бежит слеза. Неизвестная чужая из походного шатра, всем близка и всем родная, милосердная сестра. Всем близка и всем родная, милосердная сестра. Спасибо огромное, мы продолжаем. А скажите, братцы, вот пехота – это главные войска, да? А какие еще очень важные войска есть в нашей армии? Артиллерия, конечно же. Именно артиллерия, которая всегда востребована. Друзья мои, мы с удовольствием поем для наших ветеранов и для всех вас марш артиллеристов. Горит у нас сердцах любовь в земле родимой. Идем мы в смертный бой с отчестной родной страны. Пылают города, охваченные дымом. Вперед, вперед, России верные сыны. Артиллеристы, Сталин дал приказ. Артиллеристы, зовет отчизна нас. Сотни тысяч батарей взорвется наш матерей. За нашу родину огонь, огонь. И сотни тысяч батарей взорвется наш матерей. За нашу родину огонь, огонь. Узнай, родная мать, узнай, жена, подруга. Узнай, родимый дом и вся моя родня, что бьет и жжет врага, стальная наша вьюга, что волю мы несем, родимые края. Артиллеристы, Сталин дал приказ, артиллеристы, зовет отчизна, и сотни тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу родину огонь, огонь, и сотни тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу родину огонь, огонь. Придет победный час, придет конец походам, но прежде чем уйти к домам своим родным, в честь нашего вождя, в честь нашего народа, мы радостный салют полночный час дадим. Артиллеристы, Сталин дал приказ, артиллеристы, зовет отчизна нас, сотни тысяч батарей, за слезы наших матерей, за нашу родину огонь, огонь. И сотни тысяч батарей, за слезы наших матерей, за нашу родину огонь, огонь. Ну что ж, друзья, вот так незаметно подошел наш маленький, надеемся,
энергоемкий концерт. И в конце мы хотим пропеть песню победную. Песню «Тост». Та песня звучала в каждой семье практически. Я вот помню, мои деды, мои бабушки, родители садились за большим семейным столом, и всегда находилось место этой великой победной песни. Мы предлагаем вам, если вы ее знаете, подпевайте, а если не знаете, то учите. И в следующем году мы с вами обязательно ее вместе споем. Называется она «Волховская застольная». Если бывало, бывало, встречаются несколько старых друзей, все, что нам дорого, припоминается, песня звучит веселей. Все, что нам дорого, припоминается, песня звучит веселей. Редко друзья нам встречаться приходится, но уж когда повело. Как на Руси повело. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повело. Здесь с нами вместе семья ленинградская, с нами сидит у стола. Вспомним, как русская сила солдатская немца нас запомнила. Кто командовал родами, кто за мир, за властью, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Выпьем за тех, кто зимою холодною мёрзнет, лежал блин даже. Тех, кто не сдался живем. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Встанем и чокнемся кружками полными братства друзей боевых. Огромное вам спасибо еще раз, с праздником! Мы с вами не прощаемся. Мы на некоторое время говорим до свидания, потому что ждем здесь всех вас с вашими друзьями. В 20:30 на этой сцене мы будем давать очень интересный концерт. Там будут звучать новые песни, совершенно новые. Мы их только вот недавно написали и хотим вам показать. Надеемся, они вам очень сильно понравятся. Итак, до свидания, с праздником! Для вас выступит театр народной драмы с программой «Салют Победы». Мы приглашаем сюда нашего коллегу, заслуженного артиста Российской Федерации Вадима Дейнека. Под ваши аплодисменты! Добрый день, уважаемые друзья! Мы рады всех вас приветствовать на этой прекрасной площади. Солнечный день, замечательный праздник. Ветераны сегодня принимают поздравления.
Но также мы поздравляем и друг друга, потому что это праздник не только ветеранов Великой Отечественной войны, и, наверное, не столько их. Это праздник каждого из нас, живущего в прекрасном государстве, в стране под названием Россия. Сегодня мы празднуем с величайшим чувством радости сердечной. И каждый друг друга поздравляет с этим великим праздником Победы и радуемся тому, что уже много лет беда, страшная беда войны России обходит стороной. Я хочу перед началом нашего концерта поблагодарить всех артистов, которые сегодня примут участие на этой сцене и покажут вам свое искусство за то, что они с радостью согласились прийти здесь и выступить для вас, уважаемые иркутяне и дорогие гости нашего города. Мы начинаем наш концерт, и позвольте пригласить на эту сцену танцевально-спортивный клуб «Гармония» под руководством Алексея Федоренко. Они для вас танцуют победный севастопольский вальс. Встречайте! Тихо плещет волна, ярко светит луна. Мы вдоль берега моря идем, и поем, и поем, и шумит над головой сад осенью листвой. Севастопольский вальс, золотые деньги. Жизнь каждого человека — это есть проверка. Проверка на мужество, проверка на крепость, на совесть, на желание жить, на умение радоваться. Вот
Наши ветераны прошли эту проверку с гордостью. Посмотрите, какое тяжелое время военное они пережили. Какое горе, какое страдание. Они поднимали войну в послевоенное, поднимали страну и народное хозяйство в послевоенное время. Но они не потеряли любви к жизни, умению радоваться. И свой опыт они передают до сих пор, передают нам. Вот для них жизнь — это и большой отрезок времени, и это одно мгновение. Позвольте мне исполнить для наших ветеранов и для всех вас, дорогие друзья, песню, которая называется «Есть только миг». Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. А для звезды, что сорвалась и падает, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот миг вдаль летит сквозь столетия, но не всегда ноги мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете, но повстречать ль беду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Why?
Спасибо огромное. Друзья мои, мы продолжаем наш праздничный концерт, который называется «Парад Победы». Сегодня на этой сцене люди совершенно неравнодушные ни к той, ни к самой Победе, ни к городу Иркутску. Это прекрасные коллективы, которые представляют наш город не только на территории нашей великой родины России, но далеко за ее пределами. Я приглашаю на эту сцену замечательный, прекрасный муниципальный образцовый ансамбль «Солнышко», который вы прекрасно все знаете. Художественный руководитель этого ансамбля Ольга Куглин. И вы сейчас увидите военную кадриль. Round, 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 round